Сегодня в здании правительства состоялась встреча главы Тувы Владислава Хавалыга с депутатами Хурала-представителей города Кызыла. Именно им вскоре предстоит выбрать, кто сядет в кресло мэра Кызыла. 3 ноября депутатский корпус путем тайного голосования определит нового мэра столицы Тувы. Бороться за кресло градоначальника будет руководитель Минтопэнерго Владимир Фунтиков, замглавы города Кызыла Аяс Лапсан, министр ЖКХ Мерген Мененол и экс-мэр Кызыла Карим Саганул. Сегодня на встрече с депутатами глава Тувы призвал всех к мудрому принятию решения при голосовании, к стабильности и организованности в такое непростое время. Состоялась встреча с главой Республики Тува Владиславом Станиславовичем, с депутатами Хурала, представителями города Кызыла. Основная задача данной встречи заключается в том, чтобы мы при выборе мэра города Кызыла подошли очень ответственно и каждую кандидатуру хорошенько изучили.